Новые вывески меняют облик Южно-Сахалинска. В областном центре продолжают внедрять дизайн-код. Менять вывески, обновлять фасады, входные группы, информационные и рекламные конструкции. К этой работе активно подключаются городские предприниматели. Порядок оформления внешних конструкций действует с прошлого года. На сегодняшний день в областном центре установлено более 125 вывесок в соответствии с дизайн-кодом. Установили мы нашу вывеску согласно дизайн-коду, согласовали в администрации города. Было несложно, очень быстро, в течение 2 недель нам дали одобрение, и рекламное агентство уже изготовило, и мы установили ее. Напомню, консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в Департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9 до 18 часов по адресу Амурская, 88, 7 этаж, или позвонив по телефону 312-647, добавочный 1, 2, 3, 4, 5.